Год назад, 6 мая, я был на Болотной площади и видел то, что там происходило. А происходило там следующее. Полиция атаковала мирную демонстрацию, мирных митингующих людей. Атаковала очень агрессивно, очень жестоко. Это была провокация столкновения. И мы все это понимаем, кто-то видел своими глазами, кто-то об этом услышал, прочитал. Сейчас нам понятно, да, что этот агрессивный выпад, он был спланирован, это не было случайностью. Что это значит? О чем это говорит? Это говорит о том, что руководители страны, наше правительство, боятся мирных демонстрантов. В социальной психологии подобное поведение называется, имеет название, и считается, что это последняя отчаянная попытка социопата, человека, который не умеет коммуницировать, который не умеет общаться с другими людьми, последняя отчаянная попытка установить коммуникацию, как бы что-то сказать. Так что же нам хотели сказать руководители страны вот этим актом агрессии? Они хотели нам сказать: не лезьте в политику, не предъявляйте нам никаких претензий, требований. Мы хозяева страны, мы делаем то, что считаем нужным. Не интересуйтесь, куда тратятся ваши налоги, на что, на какие проекты. Не суйте свой нос туда, куда вас не просят. Вот, собственно, как я услышал, что я услышал в этих событиях. Я услышал отчаянное желание прекратить какой-либо диалог. Но я думаю, что мы должны настаивать на том, что этот диалог необходим. Я думаю, что мы должны вновь, год спустя, 6 мая, мы должны выйти на мирную демонстрацию своих намерений. А намерения наши следующие. Хозяином страны является народ, граждане этой страны. Мы выбираем себе руководителей, и мы решаем, на что, когда, как тратить деньги. Это наша прерогатива, записанная в Конституции. Думаю, что мы должны на этом настаивать вновь и вновь. До тех пор, пока руководители страны не захотят с нами сесть за стол переговоров. Они должны это сделать. Потому что у нас разное видение будущего. Мы по-разному видим творчество истории и творчество в истории. Поэтому нужно садиться и разговаривать. Приходите, пожалуйста, 6 мая, все, кто хочет, чтобы этот разговор состоялся. 6 мая в 6 вечера. Болотная площадь. Митинг за свободу.